Всем привет! Меня зовут Катя, я художник. Я живу и работаю в Англии и записываю иногда видео о своей деятельности, рисунки в живописи маслом. И сегодня я хочу поговорить о портрете, как развивалась моя портретная живопись за последние 4 года и показать вам эти работы. Речь идет о портретах маслом с натуры. И сегодня хочу сейчас показать вам, здесь вот у меня в портфолио много очень портретов, я сейчас хочу их выложить, разложить на полу и посмотреть сама на то, что произошло за последние 4 года, что изменилось, и поделиться с вами этим опытом и показать, конечно, эти работы. Я поделюсь какими-то советами, возможно, как улучшить вашу портретную живопись и просто хочу также проанализировать собственные работы, посмотреть, что получалось, что нет. Речь идет о портретах, которые я делала с натуры. 2 часа они длились, и это масло, да, портрет маслом. Поэтому сейчас я хочу посмотреть вместе с вами. Сейчас, как видите, на полу у меня несколько работ, о которых я хочу рассказать. Во-первых, чтобы начинать работать маслом, нужно, конечно, сначала уметь делать хороший рисунок карандашом или углем, то есть научиться делать пропорции и уже потом приступать непосредственно к портрету маслом. В моем случае я так сделала, у меня есть видео на канале о моих рисунках, о моей любимой технике рисунка, предыдущее видео вы можете посмотреть. В принципе, это 2-часовые портреты с натуры, и они сделаны все маслом, непосредственно а-ля прима. И давайте посмотрим вместе, что здесь у меня есть, что получилось. Мои первые работы, наверное, одна из моих первых будет, кажется, где-то, возможно, вот эта работа. То есть те, которые я вижу, где очень мало масла, и они достаточно тоже монохромные такие, то есть здесь используется буквально несколько красок, то есть это вот такой тоже портрет, очень мало здесь масла, оно достаточно так, я его разбавляла, потому что не была уверена в том, как использовать большое количество масла, скажем так, и видно, что также они сделаны с помощью таких небольших тонких кистей, а не крупных кистей. То есть видно, что как-то я занималась какими-то деталями, вырисовывая какие-то детали. То есть видно, что это начало, так сказать. Вот это тоже портрет. Наверное, вот эти 3 портрета, еще вот этот. Как вы видите, все они, скажем, вот эти 4, сделаны так, что всего здесь используется лимитированная палитра. Палитра Зорна, ее также называют черный, белый, красный и желтый. За исключением... Нет, они все, в принципе, да, сделаны буквально вот в этих 4 цветах. Во-первых, рекомендуется это, конечно, да и вообще это очень интересная техника, всего 4 цвета, и вы сможете гораздо лучше сделать портрет, используя 4 цвета, чем разноцветное что-то сразу, да. Вы как раз найдете те тона, и это будет, возможно, не полностью реалистично выглядеть, но это будет как такой монохромный практически портрет. И рекомендую использовать эту технику. Другой портрет. Все хорошо получается, но очень гладко, масла мало. В этом портрете есть добавки различные в масло, которые уплотняют само масло. И посмотрите, видео у меня есть на канале, где я рассказываю о том, что именно добавляю в масло, чтобы получить такой результат. Еще один портрет. Вообще профиль рисовать гораздо легче, чем лицо вот в каком-то другом ракурсе. Также вот эти портреты уже сделаны чуть более увереннее, и мазки уже видно, я уже не размывала, не разглаживала кожу, как скажем, на вот этом портрете кожа так разглажена, да,
Здесь уже не разглаживаю, уже более оставляю мазки. И другой портрет, это вообще сделал, мне кажется, за час такой, достаточно быстрый, но мне тоже он нравится. Мазки видны, остаются, ничего не разглажено. Тем не менее, все равно мало масла здесь. Следующий портрет, здесь уже масла гораздо больше. И, как видите, цветовая гамма совершенно уже другая, не земельная, а какая-то яркая такая в плане красок, не таких естественных. То есть уже пошел эксперимент в сторону использования большего количества масла, каких-то других красок, неестественных, тоже это интересно. И вот это мои последние, кстати, работы, которые вы можете видеть. Буквально вот это сделано несколько дней назад. И, собственно, это портрет исторический. Я его как бы переделала, да, на свою манеру. То есть вы можете видеть вот сейчас, как произошло развитие моих портретов за это время, за последние 4 года. Также у меня есть вот этот портрет, вы, может быть, видели видео с ним, и если нет, то посмотрите, если интересно вам, это сделано в технике Флорентийской академии искусств, и я там делюсь в этом видео, я делюсь опытом, и что используется, как какие используются краски, кисти, основа, буквально все, это очень интересное видео. И вот этот портрет я сделала специально для него, используя все принципы Флорентийской академии искусств. Так что вы можете найти это на моем канале. И, наверное, все на сегодня. Всем до новых встреч. Пока!